Живая цепь против расизма. Тысячи граждан Германии прошли маршем, а также сформировали живую цепь в нескольких городах страны. В Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге и Бохуме. Таким образом, местные жители выразили протест против расизма и участившихся случаев нападения на мигрантов в стране. Мы хотим показать всему миру, что неприемлем травлю и запугивание людей. Все больше и больше людей испытывают страх. Нынешняя акция называется «Рука об руку против расизма, за права человека и за этнокультурное многообразие». По словам организаторов, на улицы городов вышли более 20 тысяч добровольцев. Сегодняшняя живая цепь против любых форм расизма и ксенофобии – это символ солидарности и непредвзятости. Германия – непредвзятая страна. У нас культура открытости и гостеприимства. Тысячи людей трудятся для тех, кто прибывает к нам по причине ужасных обстоятельств, помогают им на практике. И мы хотим, чтобы все видели, что непредвзятых людей в Германии большинство. За прошлый год в Германию прибыло более миллиона беженцев из зон конфликтов. В основном это Сирия, Ирак и Афганистан. В то же время в стране зафиксирован небывалый всплеск российских настроений среди правых радикалов. Так число нападений на центры для беженцев увеличились более чем в 5 раз.